Эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомельский «Локомотив» отправится на чемпионат мира по футболу среди железнодорожников во Францию. Турнир пройдет с 6 по 12 октября. Белорусская сборная вместе с командами Бельгии и Швейцарии попали в группу «Б» квалификационного раунда. Трио поборется за главный железнодорожный трофей с сильнейшими командами из группы «А» – Франция, Болгария, Германия и группы «С» – Россия, Индия, Словакия. Первым соперником гомельского «Локомотива» станут футболисты сборной Бельгии. На следующий день, 8 октября, белорусы сразятся с командой Швейцарии. Напомню, в 2015 году гомельчане завоевали чемпионский титул, обыграв в финале сборную Франции в серии послематчевых пенальти. При этом голкипер белорусской сборной Андрей Селивончик установил новый рекорд Спортивного союза железнодорожной отрасли, продержав сухими свои ворота 349 минут.